Добрый день, мои друзья. Меня зовут Пьер Афнер. И сейчас я говорю, я нахожусь в Франции. У меня есть отличные друзья в Москве. Это в основном это демократы. И я хочу вам говорить об нем. Я отправил через Вестерньо деньги, чтобы поддержать политзаключенных. И я думаю, что требуется снять лицензию у Вестерньо. Вестерньо – это не правильная организация. Она переводила деньги, которые я отправил Марку Гальперину, в свой карман. Да, Вестерньо – money transfer. Но мой трансфер свой карман. Я хочу сказать, что Марк Гальперин это очень хороший человек. У него добрые чувства, добрые намерения. Это спокойный, вежливый, светлый человек. Он борется против коррупции, что это за это можно уважать его. И он стоит за смену власти, за демократическую революцию. Он хочет, что Россия станет демократической и чистой. Это долг, это поведение приличного гражданина, который потеряет свое время, не потеряет, инвестирует свое время, свои усилия в пользу всех, в пользу страны, чтобы там будет, сможем ли жить получше в Москве. И за это Марк Гальперин, он был объявлен экстремистом. Сломали ему двери, квартиры, были обыски, и в конце концов, он был посажен несколько раз, и в конце концов были обвинения в экстремизме. И сейчас он сидит дома. Он был наказан на домашний арест в ожидании процесса, который может отправить, но вероятно отправить его в тюрьму на несколько лет. Только за то, что у него есть гражданская позиция, что он хочет лучшее общество. И он сидит, пока он сидит дома, у него есть секретные обвинения. Он не может сказать, что обвиняют его, если этот говорит, посадят его в тюрьму сразу, и его адвокат тоже. И как можно защищать себя человека, если он не может сказать, в чем его обвиняют. И заседание будет секретнее, как это бывает в России, когда Путин хочет совершить какие-то гадости против оппозиционеров. И Марк Гальперин, конечно, он вынужден оставаться дома, он не может работать, и дохода на него нет. Он носит такой браслет. Поэтому я отправил ему деньги два раза через Вестерньо. Первый раз я отправил ему, это было летом, это было июле, я отправил ему 250 евро, комиссионные Вестерньо это 20 евро, всего я отправил 235 евро. И как вы увидите, бенефициар этой суммы это Марк Гальперини, это Зесу Казаню. Я отправил деньги через Вестерньо. И Вестерньо мне ответил, получил деньги.
Bonjour, Pierre Hafner, ваш бенефициар получил вынул деньги, которые вы отправили. Меня сообщают, что деньги дошли до благополучного получателя, что Марк Альперин получил деньги. Все нормально. Есть номер перевода и все подробности и сумма. Сообщаю, что Марк Альперин получил 250 евро. И в конце концов Марк Альперин не получил эти деньги. Я думал, может быть, я совершил ошибку, как перевод неправильно, но как надо кушать, я отправил другую сумму, меньше, конечно, потому что у меня средства не ограничены. Я французский пенсионер. Я отправил второй раз, я отправил 160 евро. Комиссионные в остальном 15. Всего 175 евро. Бенефициар Марк Альперин. Я думал, что все будет нормально. И в остальном не сообщил. Подтверждаем, что деньги дошли до получателя. Bonjour, Pierre Hafner. Вам сообщаю, что бенефициар вынул деньги, которые вы отправили. Дальше есть номер перевода, 160 евро, 50 евро для Вестерунион. Это не мал, но если Вестерунион работает нормально, это цена услуги. Я не возражаюсь, и всего я отправил 175 евро. И оказывается, что в конце концов я узнал, что Марк Альперин ничего не получил, ни одной копейки. Я получил сообщение, два раза я получаю сообщение от Виссарион, что все в порядке. Марк Альперин получил деньги, а Марк Альперин, он ничего не получил. 400 евро мимо него прошли. Как может быть? Я решил, я позвонил в Вестерунион. Я позвонил, мы сказали, там мы получили деньги. Мне сказали номер жалобы. Это было в июле, летом. И сказали, если снова вы обращаетесь к нам этой проблемой, сообщите номер жалобы, вот он здесь написан. И вам сообщит. И в течение 21 дня вы получите наш ответ. Мы вас это уверяем. Мне сказали. Сегодня 3 месяца прошли, и я ничего не получил. После реюнион мне ничего не сообщил. Что случилось? Марк Альперин обратился в своей стороне тоже в банку, и банк написал ему интересное письмо. Читаем. Причиной отказа. Марк Альперин был отказан. Выдать деньги. Это совсем не так. Причиной отказа выплаты переводов, отправленных на ваше имя, Марк Альперин, послужила информация о том, что вы включены перед чем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это значит, что спросите, что в России будет демократия, что будет наконец конец коррупции, это читается экстремизм и терроризм. И за это человек, он сидит дома и не должен кормиться.
поскольку срез на проживание получать он не может. И дальше сообщаю, что его он ставили его сайт Росинформмониторинга. Как будет жить Маргальперин, сидя дома без средства существования и без возможности получить помощь от друзей? Он должен умирать голодом. Маргальперин написал письмо банку, заявление, и он сказал: «Прошу видать мне денежные средства. Либо вернуть обратно эти деньги отправителю Пьер Афнер, действительно, эти деньги, или это мои деньги, или деньги Маргальперина. Они должны быть в одном или другом кармане». И что получилось? Был ответ от банка: «Уважаемый Марк Израилевич, рассмотрев ваше обращение, сообщая, что денежные средства отправлены на ваше имя, контрольным номером и так далее, были заморожены, заблокированы соответствие пребываниями под пункт ПУК 6 пункта о противодействии легализации между скобками отмыванию дохода. Я пенсионер, я получаю свою пенсию, часть этой пенсии я отправил Марку, чтобы я смог жить, и это легализация отмывания доходов. Моя пенсия, она совершенно законная, и узнается, что я хочу легализировать, отмывать законные деньги, которые я получаю своей пенсией. Получение преступным путем. Это значит, что я получаю свою пенсию преступным путем, потому что я работал всю свою жизнь. Зато я получаю такую маленькую пенсию. Да, я знаю, что в России не меньше, но все равно она маленькая. Но получение преступным путем и финансирование терроризма. Когда я получаю свою пенсию и отправляю деньги Марку, я финансирую терроризм. И так далее. Это значит, что честного человека, Марка Гальперина, советского гражданина, превращают в терроризм. Зато это неизвестно. И кто это сделает? Никакого решения суда, никакого приговора. Это тот, кто придумал, вероятно, на Лубянке или Кремле, что этот человек, который хочет демократию в России, он экстремист. Он хочет положить конец коррупции в России, он террористе. Et pensionnaire au Francie, который ему отправляет какие-то деньги, это для отмывания свою законную пенсию, полученную преступным путем, что он работал всю свою жизнь. И так далее. И, конечно, он вынаходит мониторинг физических или организаций лиц, в отношении которых имеются сведения о их причастности
к экстремистской деятельности. Какой Хен Марк Гальперин принял участие в экстремистской деятельности. Я был с ним. И единственное, что он сделал, он держал плакат на улице Москвы, говоря, я стою за демократию, за демократическую демократию. Это читается. Экстремистская деятельность и терроризм. И вы были включены, ваши данные включены в этом. Перевод лиц, включенных перед чем, каким чудом, непонятно, недоступны для выплаты, а также не могут быть возвращены отправителю. Это значит, что Марк Гальперин каким-то чудом появился в этом сайте, но я не в этом сайте, чтобы не отправляли обратно мои деньги. Это мои. Нет, они воры, они присваивают эти деньги. До момента исключения физического лица из перечения, я скажу, Марк Гальперин будет исключен из этого списка после того, как Путин и его банда отправляются к черту. Это значит, что Марк Гальперин не имеет права на жизнь, поскольку ему запрещают работать домашним арестом и запрещают ему получить помощь от друзей. Они прикарманивают всю эту помощь к себе. Это просто ужас. Alors, Raiffeisenbank написал длинное письмо, разложил все, что я вам сказал, и в конце концов они сказали, извините нас за неудобство. Но проблема, это не извините вас. Это каким образом будет Марк Гальперин, сидя дома, будет кормиться? Вот это вопрос. Western Union и другие банки сотрудничают с путинским фашистским режимом, чтобы этот смог покончить с оппозицией любым способом. Western Union является частью карательного аппарата, который морит голодом сидящего на домашнем аресте оппозиционера Марка Гальперина. Western Union – это преступная организация, которая воровала деньги Марка Гальперина и которая помогает Путину избавиться от оппозиции и продолжать свою диктатуру. Пока человек не приговорен, он не виноват. И пока какой-то справедливый суд не приговорит Марк Гальперин за экстремизм или террористы, Марк Гальперин и все люди, они не виноваты. И не может быть никакого меры пресечения без решения суда. И без решения суда Western Union присваивает себе деньги своих клиентов, которые одновременно являются жертвами режима Путина. Демократическая страна нужно отозвать лицензию у Western Union и у всех банков, которые сотрудничают с преступным режимом Путина и которые помогают ему
избавиться от оппозиции и продолжать свой диктатуру.